Турция, между тем, изучает возможность поставки в Молдову партии вакцин от коронавируса. Об этом в рамках встречи со спикером парламента заявил посол Турции в нашей стране. Дипломат подчеркнул, что его страна оценит дружественные отношения с Молдовой и открыта как к двустороннему диалогу, так и к оказанию помощи в это сложное время. Зинаида Гречаны поблагодарила собеседника за поддержку, оказанную во многих сферах, в том числе во всем, что касается борьбы с распространением коронавируса. Стороны обсудили также различные аспекты двустороннего сотрудничества.